Здравствуй, Радж, для начала. Здравствуйте. Как ты? Нормально. Как дела? Уроки. Вам та сказка, а не хорошо будет. Почему не хорошо? Не успел. Сегодня долго были в школе. Это потом. Как называется космическая дорога кораблей, спутников, планет? Это будет. Как будет? Знаешь, ты же умный мальчик, знаешь. Значит. А я думал, что Сатурн ближе к Солнцу, потому что он такой теплый и там нет никаких. А какая планета ближе, Радж? Самая ближняя планета – это Сатурн. Сатурн? Близкая? Да. Сатурн близкая. Там еще воду. Юпитер. Догадался, как называется путь планет? Догадался? Орбита. Нет, Радж? Да, знаю. Ага, тогда пиши. Самая близкая планета Меркурий, Радж. Там ищу воду, чтобы можно было там жить. Можно там жить? Орбита. Не знаю. Они ученые ищут, там выпускают там какие-то роботов, они ищут воду, копают, и тут вот. Как называется наша планета? Это все знают. В школе во всем районе и, может быть, во всем Гигович очень дружит. Сейчас они работают над новым роботом. Что это будет, пока не знает никто. Радж, а ты послушай, внук? Но умный, нет, как и Егор. Да? Иногда, когда я иногда, когда я хочу учиться. Я иногда хочу учиться, а иногда не хочу.